певица Леди Гага, чья песня для фильма «Топ Ган» «Мэверик» была в номинации на «Оскар» за лучший саундтрек, попала в курьезную ситуацию. На красной ковровой дорожке, которая в этом году была в цвете шампанского, ее похлопали по ягодицам. Для церемонии Леди Гага выбрала платье от Versace, едва прикрывающее ее ягодицы. Певица уверенно дефилировала, как вдруг заметила падение мужчины. Это позади нее оступился фотограф. Звезда решила помочь мужчине и сразу же к нему побежала. Гага подала ему руку, а тот улыбнулся и похлопал ее по ягодицам. Реакция певицы была бесценной. Она медленно посмотрела на руку фотографа, которую тот положил на ее бедра. После этого она молча развернулась и ушла. В сети уже обвиняют мужчину в излишних вольностях. Комментаторы осудили поступок фотографа, но похвалили Леди Гагу, которая решила помочь незнакомцу.